Не смотрите, что животики, арбузики, мы отличная команда, телепузики. Посмотрите-ка на нас, мы девчонки высший класс. Слушай, а почему с тобой так медленно идем? Ты не боишься опоздать в школу? Да пофиг. А мне тоже. Пошли. Блин, эти телепузики, не получилось от них спрятаться. О, смотри, наша лентяйка. А почему она без нас идет в школу? Настюха, погнали к ней. Пошли. Блин, заметили все-таки. Привет, девочки. Ну, привет, Настюха. Ты же говорила, что придешь на второй урок. Мы решили без тебя идти. А ты это что, сама хотела в школу пойти? Без нас? Короче, девочки, после того, как я вступила в вашу банду лентяек, у меня начались сплошные проблемы. Меня начала ругать мама, потому что я ей не помогаю по дому. По учебе вообще полный завал. Одни двойки. А в отношениях с романтиком тоже полный капец. Я его теряю. А еще я вчера стала на весы и увидела плюс 2 килограмма. И мне нужен срочно спорт. Я не хочу больше быть лентяйкой. Мне нужна подвижная жизнь. Чё? Ты теперь не в нашей банде? Ты теперь не лентяйка? Офигеть! Фигите себе на здоровье! А я пошла, потому что неизвестно, чем сейчас занимается мой романтик и Даша. Все, до свидания. Ну и ладно, мы найдем тебе замену получше! Да! И подговори всех в классе, чтобы они были с нами! Да! И вообще, с самого начала ты нам не нравилась! Да! В смысле, она нам не нравилась? Да подыграй мне! Да! Ну что, пошли в школу? Пошли! Батанша, Даша меня не ревнует. Либо ты что-то делаешь неправильно, либо я. Давай что-то делать. Ну, хорошо. А может, давай Даша зайдет, а я тебя вот так вот обниму, как будто бы мы с тобой целуемся. Да нет, давай лучше я вот так. Или давай я лучше здесь сяду, а ты сядешь на меня, и мы будем здесь целоваться. Ну, может, лучше давай я накрашу губы яркой помадой, сегодня тебя обцелую и за соси тебе подставлю. Давай. Джессика. Да-да-да, кто там? Джессика, здравствуйте, это я. Слушайте, а пока перемена, можно вас кое-что попросить? Ну давай, только быстро, что ты хотела? Смотрите, мне вот ребята недавно рассказали, что вы в прошлом были фотографом, еще и классным. Так это, я вас хотела попросить, чтобы вы меня пофоткали, фоточек классных понаделали. Я подружкам хочу похвастаться. Да? Ну хорошо. Я фотографировать обожаю. Фотографии — это все. И ты понимаешь, это такое искусство. Рассветы, закаты, природа, животные. Обожаю фотографировать. Ну давай свой телефон. Ага, спасибо, что не отказали. Так, вот, держите. Ага. Я хочу вот здесь, вот, чтобы я прям была такая богиня красивая. Да. Сделай взгляд туда, в небо. И такой сделай взгляд манящий, поняла? А, тоже. Так, в небо. А неба нету. Люстра, хорошо, люстра, давайте. Да. Ручку немножко налево, туда. Ага, о, круто, молодец. Немножко подбородок влево. Ага, умница. А теперь спиной давайте. Давай. Вот так вот. Да, обожаю фоткать. Красавица моя. Вверх, вот так, да. Ну что, хватит? Или еще? Ой, да все, Джессика, хватит. Спасибо вам большое. Подружки увидят, обзавидуются. Еще приходи, если понравится! Как я люблю фотографировать! Сейчас урок начнется, всем ребятам фотки покажу, которые мне Джессика сделала. О, ребят, вам фотки показать мои? Нет! Отвянь ты со своими фотографиями! Ты что, не видишь, чем мы здесь занимаемся? Да! Да ну вас в баню! Куда не пойдешь, все целуются! Ой, Дэн, тобой так интересно! Слушай, вообще не зря мы тебя романтиком назвали. Спасибо тебе большое. Слушай, а ты цветы для кого купил? Ой, да Шуль, это для тебя. Спасибо большое, ты меня сегодня прям подарками задарил. И цветочки, и дорогие духи купил.
Кирилл, спасибо. Блин, Батронша, посмотри, какие они счастливые, какие у них счастливые глаза. Не то, что мы. Ну так, а я здесь при чем? Я для тебя все делала. И поцелую тебе понаставляла, и соблазняла, и танцевала, чтобы Даша тебя приревновала. Лошара! Сама ты, лошара! И вообще, ты плохо целуешь? Смотри, у нас походу все получается. Дэн, ты красавчик. Да, у нас все идет по плану. Ядрёный батон! Плюс еще один килограмм! Это все из-за вас, лентяек! Это из-за вас у меня плюс один килограмм! А мы тут при чем? Это мы тебя заставляли колбасу жрать? И сыр. И спать 24 часа в сутки. Ты сама во всем виновата. И вроде бы ты хотела разобраться с Дашей. Она пришла. Че? Серьезно? Ну, Даша! Даша, стоять! Мне поговорить с тобой надо. Держи. О чем ты со мной хотела поговорить? Настюха, наваляй, наваляй, Даша уже давно заслужила. А ты случайно не офигел? А ты случайно не офигела? А вы оба случайно не офигели? Так, все, мне нужно с Дашей поговорить. Идем сюда, сотрыться. Батанша, а ты умеешь классные фотки делать? Ну а че, умею. А что ты хотела? Да что пофоткала ты меня? Вон, возле школьной доски можешь? Ну ладно, давай быстро, пока звонка не было. Ага. Вот, держи. Возле доски, чтобы я только красиво получалась, худенькая. Да, хорошо. Смотри, ты ручку вот так вот положи. Ага. И туда взять. Красиво? Да, 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 и уложи. Ну и шо? Ты хочешь сказать, у вас с Дашей все серьезно? Ну да, а ты что, не видишь? Она тебя все равно не любит. Не рассчитывай на нее. Мы уже с ней целовались. Ты в пролете. А ну, девочка, помогите мне. 3, 4. Ты лузер! И да, ты плохо целуешься. Фу. Пока я была лентягой, я была уверена в верности своего козленочка. Я была уверена, что он не будет мне изменять. А тут такое. Ты можешь вообще мне объяснить, что происходит? Настюха, ну ты неправильно все поняла. Знаешь, ну у нас со спортсменом вообще так долгая история там получилась. Он типа встречается с Батаншей, чтоб я приревновала, а я типа с твоим романтиком. Ну, надеюсь, ты не против, он как друг решил мне помочь. А ты у меня спрашивала, прежде чем с ним вот эти терки строить, а если он тебя полюбит, а меня разлюбит? Да как это он тебя разлюбит? Он любит только тебя, я тебе честно говорю. Ну, мы с ним недельку помутим, и он опять будет с тобой, я тебе обещаю. Мне просто очень нужно, чтобы спортсмен меня приревновал и вернул обратно. Вот, Даша, тоже романтика используешь, чтобы я начал ревновать. Вот хитрожопая. Ну, ладно. О, звонок на урок. Ну что, пойдем в класс? Мне так лень. Да мне тоже лень. Ну как дойти до класса так, чтобы не напрягаться? Слушай, Катюха, а давай ты меня на руках отнесешь? Натаха, я тебя не донесу, а давай лучше ты меня. А я тебя типа донесу. О, Джессика Кэт, донесите нас в класс, пожалуйста. Да нам так лень идти ножками. Чего? На ручках вас отнести? Ага, сейчас. Угу. Держись! Ого, вот это сегодня Джессика Кэт разбушевалась. А ты чего здесь уши греешь? А ну-ка быстро в класс! Что у вас здесь происходит? Быстренько в класс все, быстро, давайте! Давай! Вот я уверена, что все беспорядки, которые происходят в школе, это все из-за тебя, Даша. Действительно, Джессика Кэт, а почему это все из-за меня? Да, Джессика Кэт, чем моя Даша во всем виновата? Я не поняла, с каких это пор она твоя? Да! Балда! А спортсмен-то ревнует. Ты еще для полного эффекта в щечку поцелуй. Так, вы вот эту вот романтику с романтикой
устраивать, понятно? Даша, раз ты такая деловая, быстренько к доске, будешь первой отвечать. Ладно. Смотри, что Даша пишет. Мне пофиг. Да мне тоже. Смотри, смотри, что Даша пишет про нас. А ты что нам какашки нарисовала? Мы не такие. Это что такое, я не могу понять? Это что, домашнее задание? Это какая-то галиматня. А ну-ка быстренько стирай с доски. Не хочу и не буду, Джессика Кэт. Я написала все правильно. По-твоему, это правильно? Ох, эти подростки. О, ребята, слушайте, мне Джессика Кэт такую бомбезную фотосессию сделала. Ну, ты и ботанша, конечно. В общем, давайте я вам покажу, все сюда. Ну, Настя, давай быстрее. Уже так интересно, что там за фотографии. И первое покажи те, которые я делала. Да, ботанша, твои потом посмотрим. Сейчас я вам Джессика Кэт найду. По-твоему, это офигенная фотосессия? Это же ужас! Так наша ж Джессика Кэт профессиональным фотографом была. Это точно ее фотки? Да точно ее, она же фоткала! Как так можно? Я хотела подругам похвастаться. Вам, а тут такое! Ну, и что-то вы тут столпились, а ну-ка по местам расселись. И вообще, идите кто-то вытерите доску. Джессика Кэт, да подождите вы с вашей доской. Вы вообще видели, как меня пофоткали? Смотрите. А что с моими фотками не так? А ну-ка дай сюда. А, ну здесь я немножко не постаралась. Здесь, ну да, тут немножко не вышло. Ну, я так вижу, это мое такое профессиональное видение фотографа, да. Ты что себе позволяешь, а? А что я себе позволяю? Все нормально. Иди к своей ботанше. Мальчики, мальчики, ну все. Что все, Даша? Я еще не начинал. Иди сюда. Мальчики, может не надо? Да, спортсмен, я же Даше просто подыгрывал. Я тебе тоже подыграю. Bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso.